Ток-шоу прекрасное, люди замечательные, все срослось. Вообще очень сложно вести прямой эфир, я думаю, что вы сами это знаете. И это достаточно страшно и волнительно бывает. Ребята, учитывая свой, наверное, не такой большой опыт работы в эфире и вообще опыт журналистский, справились прекрасно. Самое главное, в следующие разы суметь побороть.